В результате проведения комплексных биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятии с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина, его права должны быть всегда защищены. Протесты, которые продолжаются уже несколько дней, правда, не закончились. И теперь пикетчики требуют от властей наказать тех, кто сфабриковал дело Голунова. Колокольцев также заявил, что будет просить отставки начальников УВД Западного округа Москвы и Московского госуправления наркоконтроля. Ну что же, дело Голунова прекращено, и это значит, что все хорошо, расходимся. Тут может быть много разных мнений, и сразу после новостей в своей авторской колонке свое мнение выскажет наш журналист Николай Клеменюк. Мы хотим чаще видеться, а вы скорее подписывайтесь на канал.